Безопасность превыше всего. Глава Заполярного района Алексей Михеев представил окружным парламентариям проект закона о снегоходных трассах в Ненецком округе. Подобный документ рассматривается впервые. В настоящее время Заполярный район осуществляет вишкование снегоходных трасс только на водных объектах. Законопроектом предлагается установить разметку снегоходных маршрутов на всей территории округа. Первый самый вопрос, который мы пытаемся решить, вот предлагаю принять данный законопроект, это, конечно же, безопасность. Безопасность на снежных трассах региона обеспечивать ее, конечно, непросто, но можно в рамках закона. Его проект предусматривает обозначение маршрутов на местности, а также установку знаков с указанием названий населенных пунктов и расстояния до них. Также законопроектом предлагается установить разметку снегоходных маршрутов на всей территории округа. При выезде из деревни должен стоять соответствующий знак, куда идет эта дорога. Если есть перекресток, то там будет направление, плюс к этому расстояние в километр. Но не через каждый километр. Как минимум при выезде вы должны понимать, что от Виски по зимней дороге до Коткина вы доедете через 53 километра. Не более чем. Если 54, значит пора кричать караул. Уехали не туда. Кроме того, проект закона предусматривает создание реестра снегоходных трасс Ненецкого округа, куда будет включена информация о межмуниципальных маршрутах. Такая необходимость прежде всего связана с развитием в регионе въездного туризма. Будет реестр, будет свободный доступ. Люди, выезжая в Ненецкий округ, въезжая, да, перед тем, если правильно готовиться, ну, серьезно, да, они посмотрят, что есть снегоходный маршрут, размеченный до такой-то деревни, до следующей деревни, и будут понимать, сколько километров и куда ехать. Депутаты окружного собрания проект закона одобрили, но замечания высказали члены экспертно-правового управления. В целом же окружные парламентарии решили принять законопроект на ближайшей сессии за основу и в дальнейшем продолжить над ним совместную работу. Алина Волчейская, Роман Делимарский, телеканал «Север».